Всем доброго утречка, с вами Одесситка из Швейцарии. Рад видеть вас снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими буднями, а сейчас новостями из потрясающего отпуска во Франции. Вы знаете, что мы отправились в путешествие по замкам Луары, и первый городок, который мы посетили, Троес, просто поразил нас самое сердце. Как выяснилось, абсолютно случайно, в эти выходные проходил культурный фестиваль, что можно было абсолютно все музеи посетить бесплатно. Но у меня не поместилось еще много интересного, и сегодня я выпущу продолжение, так как мы попали абсолютно случайно на стихийный винтажный рынок одежды, французский рынок, еще ни разу никогда такой не видела, и плюс был фестиваль стритфуд еды, да, уличной еды. Вы уже были со мной на таком фестивале в Швейцарии, он более международный. Французский поразил тем, что там был только местные специалитеты и очень необычные. Приглашаю вас вместе со мной насладиться эстетическим и вкусным удовольствием. Ой, какой красивый вход в парк. И опять потрясающие клумбы. Как все подобрано красиво. Не могу налюбоваться. Обратите внимание, все парки, они имеют ограждение. Мы уже с вами видели это в наше прошлое путешествие, в прошлом году по Франции. И оно, видите, с 22 до 7 утра оно закрыто. То есть, чтобы здесь, видимо, никто не спал, не гадил. И такой вот искусственный водоем здесь сделан. Беседочка. В городе очень много людей, семьи с детьми, все посещают музеи, церкви. Все открыто абсолютно бесплатно. В церковь с собакой нельзя. Ой, смотрите, что я тут нашла. Здесь какой-то винтажный рынок. Смотрите на эту шубу. Ив Сен-Лоран, 800 евро. Так, может быть, тут что-то можно интересненькое найти. Вот это, например, платьице, 15 евро. Украшения тоже очень красивенькие. 55 евро. А вот эти, да, ушел. Весерзон кукафен хантки макт. Боже мой, бед. Шамальдизер. Ганс кляйны. Все большое. Господи. Катя хотел у Зольки. Дизер, сандали. Люди хавен. Смотрите, что для малышей, тут и люди прямо берут упаковками. Смотрите, какое все красивенькое, прелестное. Комбинезончик. Никому не сильно. Шамаль дизершуе. Баленсиага. Лакос. Сандро. Так, что вот это? Вот. 100% кашемир. Интересно, сколько. А, нет, тут цен никаких.
Очень большой выбор. Это крошечная сумочка. Тут все по 5 евро. А здесь, видите, сделано с любовью, с твоими руками. За 20 евро. 15 евро. А здесь даже новая с биркой, смотрите. Была 195 евро, потом 97, а сейчас даже не знаю сколько. 30 евро. Тут Зара, вот это вышивка какая-то. Si vous vouliez voir, je peux, mais c'est parce que j'ai tout scotché, mais je peux. Так, здесь все по 30 евро. И вот видите, костюм манго полностью 30 евро. Зара Бази куртка. И обувь интересная такая. Какие-то бутсы огромные. По 10-15 евро. А вот какие-то как эскимосы. 40 евро. Десять евро. Господи. Смотрите на эту шубу. И такие меховые ботинки. Прада за 50 евро. И здесь тоже Дольче Габбана 75 евро. Маленький размер. Платье красивое, свадебное. Бусы. Куртки такие интересные. Ну все. Все какие ремни. А если тут, конечно, можно на целый день сюда приехать и точно будете знать, чем заняться. Кстати, сумка тоже красивая. 40 евро. Кожаная. И кепи. Угу. 5 евро. Фюнф ойра. Тут такая маленькая француженка. Оказывается, здесь проходит фестиваль гастрономический с 10 до 21 часа. И, скорее всего, вот там этот фуд-трек. Сейчас мы посмотрим на него. Буду вам заодно уличную моду показывать. Ну, а мы с вами пришли на стрит-фуд-фестиваль. Посмотрите, никто не знал, что здесь этот праздник. Абсолютно случайно. Здесь крепы. Сальцики крепы. Меню 12 евро. Здесь сосиска с картошкой фри. Гратен 10,50. Ага. Тарт фламбе. Так, а здесь в булочках от хот-догов вот такие вот красоты. Много-много сыра. Боже, посмотрите, какая жуткая очередь. И куда они там все стоят? О-о, посмотрите, куда они все стоят. На всю улицу. И они даже едят в этой очереди. Здесь тоже такой интересный мужчина. У него же... Пуле, биф 13,90, бобан. Такая как смешанная тарелка. Это какие-то специалитеты фангуада. И видите, тоже есть в булке что-то. За 5,50. Врап завернутый, жамбон. Картошка фри 3,50. А, здесь разный хлеб. Хлеб очень дешевый. 7 евро за килограмм. Тут дегустация вина. Две бутылки 20 евро. Надо со конфитюры.
Звезду даже имеют они в 21-м году. А это мед. 500 грамм за 5 евро. 1 килограмм за 9 евро. Тема мед. Так, здесь какие-то пончики. Шоколадные, яблочные, белый шоколад. Можно попробовать. Донаты. Угу. А это чай. Упаковочка 6,50. Это кофе. Здесь куки и сухофрукты. И здесь тоже что-то из шафрана. И паштеты. Ой-ой-ой-ой-ой. Он шампанье. Конфи и шампань. Noch nie gesehen. Из виски, из шампанского, из розе сделали конфитюры. Из виски, из рома. А здесь пат де лорен, традицион. Ага. Кусочки мяса. Итак, здесь, видите, раскручивается такое слоеное тесто. Внутрь кладется фарш. Просто нарезанные кусочки мяса и делаются такие слоечки. И вот так вот потом запекается. Это большая порция. Они бывают с фуагрой, а это мясо. Есть куриное, есть свиная. И выпекаются либо маленькие такие слойки, либо вот такие большие, потом они режутся. Маленький такой 6,50, фуагра 15 и такой большой 22. Смотрите, какой сидр из яблочка. Одна бутылка 5 евро. Есть с алкоголем, есть без. Похоже на театр. Круглое такое здание. Интересно. Вкусных специалитетов. Мы тут уже напробовались. Здесь идет утка. Утка и паштеты, и фуагра. А здесь все из лосося. И паштеты тоже из лосося. Террине, мусс. Здесь будет вечером концерт. А здесь сыр. Посмотрите, какая мышка. Мышка себе сидит на рекламе. 3 сосиски 15 евро. Какой сыр интересный. 24-44 килограмм. А, тут репортаж, минуточку. 7 медалей заслужила эта женщина. Какой еще мягенький сыр. По 7 евро, по 6,50. Посещаем маленький французский городок Троес. И тут есть кошачье кафе. И здесь не просто внутри кошки будут вас сопровождать. Здесь также разные блюда, выполненные в форме и в виде котов. А также можно купить разные аксессуары для кошечек. И тарелки, чашки тоже сделаны в виде котов. Эспрессо стоит 2 евро. И разные десерты стоят 3,70, 4,20. Вот вам часы открытия. И там еще есть разные сувениры. Мы зашли в местную кафешку. И смотрите, что я заказала попробовать. Кола из Бретон. Абиат взял сидр местный. И воду нам принесли просто так, бесплатно. И для собачани тут же принесли водичку. И я даже сама попросила. Авеву дело пюршин, сильвупле. Шампанское. А, этот сидр налили из чайничка, и оказалось, что это на основе шампанского брют, так как мы с вами в регионе Шампань. И, кстати, кола очень даже вкусненькая. Так, мы пробуем местный специалитет. Биат заказал блин огромный. Там внутри картошка, сыр эмменталь, раклет и шинкин. А у меня салатик и козий сыр
с медом и с инжиром. И эмменталь сыр. Приятного аппетита! Очень вкусное, немного, как раз вот маленький перекус. Есть еще блины со сладкой начинкой, естественно, с мороженым. Итак, за двоих мы заплатили 35-70 евро. В принципе, очень вкусно, а главное, посмотрите, какое потрясающе красивое место. Как выяснилось, такие мероприятия проводятся каждый год. Видите, сколько здесь достопримечательностей можно посетить? Вот они все здесь перечислены. Мало того, это еще и происходит по всему региону, не только в этом городке. То есть можно даже такое турне двухдневное совершить и посетить все красоты и интересные места. Ну что, дорогие мои, я уверена, вам понравился этот сюжет. Посмотрите, как мы с Эмили похожи. Не забывайте поставить лайки и обязательно посетите этот город. Не пожалеете. Целый день здесь можно провести и получить море удовольствия, а также вкусняшек попробовать местных. Вот. Так, машина времени, видите? Они сели в нее и куда-то едут.